Кольска. Вот отреставрированное здание, кирпичи очищены. Это вот так китайцы делают. Просто им дают брусочки, наждачку, и они вот и все вот очищают. И здание приобретает такой вид. Не надо его ни штукатурить, ни красить. Оно само по себе красиво в таком вот первозданном виде. Юридический факультет здесь расположен. Ну и тоже исторические здания, да, ну вот красивые, конечно, здания, что там сказать. Там дальше здание заброшенное, тоже старинное, раньше там располагался отдел милиции Ингодинский, потом его, когда перенесли, а здание почему-то сразу же и пришло в полное запустение. Вот это все улица Амурская, тоже старинная. Здания, даже рамы сохранились старинные. Кафедра психологии, наркологии. Белили, красили, а вот просто наждачка и все, очистили. Здание красивейшее. Ну и я вот подхожу к магазину антикварному, не знаю. Если кто здесь